наверху есть завязи, посмотри. Да, много есть. А из старых соседей кто остался? Да никого не осталось. Этот умер, Сашка. Этот, вот это осталось, а только уже дети их, Наташа. Да, они остались. Там у нас это новые. Тут тоже. А напротив тот, что работал на металлисте, этот вот там, который еще. Вот это доктор был. С бородой был, да? Ну у него, я не знаю, у него еще на этой самой, сзади на рубашке было написано «Не стой над душой». А, ну это он доктор был. Он живой так, но не продали его. Доктор был плавал, а потом он работал анатомопатолог. Ну да. Такое впечатление, что мешает ему что-то выливаться. Что такое? Сейчас я буду сейчас копылюсь, посмотри, я доступчик. Да. Давно ты их посадил? Неделю. А, за неделю уже так выросли? Или они были большие? Большие садил, а туда маленькие. Это ты на пятом покупал рассаду? Большие на пятом, а маленькая вот это Иван Александрович у брата взял. 40 гривен стоит. 40 рублей. Стоит десяток. Вижу, черешни будет очень много. Угу. Причем вот это дерево, как только пустые черешни, угу, начинает дожди. И если не собрал черешни, она пропадает. Ну, это дерево самое старое и самое хорошее, да? Угу. А там видел я черешеньку молодую посадил? Где? Вот там, возле забора. А, да? Вот стоит он уже. Тоненькое такое. Я видел, там за домом выросло новое дерево ореха. Орех, я его режу. И там орех, он это все. Где орех упадет, вот когда старое дерево было, я же срезал большой орех. А зачем? Да потому что он затенял. А по орех он, дерево такое, что под ним в радиусе 50 метров ничего не должно расти. Он все убивает. А как у тебя получилось убрать эту штуку оттуда? Если, ну вот эту вот. Она же там была, да? Вот эту? Да. Лебедкой тянул. За дерево зацепил. А, да? Вообще неподъемные.
Здесь черешня. Я выключу. Выключай. Все. О, да, сейчас вода пошла. Да она как-то идет очень слабо. О, сейчас, сейчас. Холодно. Родниково. Как часто ты их поливаешь? А? Как часто ты их поливаешь? Ну, как приеду, сегодня, это 2 дня тому назад я был здесь.